В Сургутском центре охраны материнства и детства родился настоящий богатырь. Мальчик весом 5 килограммов. Это уже второй крупновесный ребенок, появившийся в стенах центра с начала года. Всего же в учреждении за год появляется на свет не больше 8 таких крепышей. Врачи называют их таких новорожденных уникальными. Маленького Ярослава встречала вся его семья, тетя, бабушка, старшая сестра и, конечно, папа. Специально ради этого события он приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Подробности трогательной встречи расскажет Ольга Придоха. На этих кадрах маленького Ярослава собирают на первую самую важную встречу в его жизни с его большой и любящей семьей. Долгожданного сына там за дверью ждет его главный герой, ориентир в будущем – папа. Специально ради этого момента он взял отпуск и приехал с СВО. Защищает родину боец с февраля 2022 года. На линию фронта попал одним из первых – действующий офицер российской армии. За это время получил медаль Суворова и за отвагу. А накануне дня рождения сына Сергея Миронова наградил орденом мужества за боевые действия на Авдеевском направлении. Долгожданный наследник родился у нас. 9 лет ждали его после дочери. Вот, конечно, счастливо, безгранично. Что самое главное хотели бы вложить? Ну, все мужские качества. Порядочность, честность. Мужество. Алена, молодая мама, тоже впервые за эти 9 месяцев видит супруга. От этого момент еще более трогательный и волнительный. Последние месяцы для мамочки-героини тоже были непростыми. Когда на УЗИ сказали, что малыш родится не просто большим, а очень большим, женщине потребовалась помощь психологов. Сейчас она вспоминает об этом со слезами счастья и благодарностью к медикам. Когда говорят, что я такая молодец, мамочка, 5 килограмм, я говорю, это не я. Это все меньше, как Ксения Алексеевна, потому что благодаря ей, благодаря ее рукам, ее заботе и тому, так сказать, всему тому, что происходило с нами тет-а-тет в родовом зале, это не передать словами. Я плакала от счастья, я безумно благодарна. Маленький Ярослав совсем не маленький новорожденный. Его вес при появлении на свет рекордно большой – 5 кило. Врачи говорят, что это большая редкость. За год рождается не больше 7-8 таких богатырей. Ребенок родился здоровым, с хорошими показателями, потому и выписан был, как положено, на третьи сутки после рождения. Ребенок у нас шикарный, на 8-9 баллов по Абгар. Супер. Закричал сразу, буповина отпульсировала, все бережно, все мягко. Все счастливы. Супруги Мироновы обещали, что еще обязательно вернутся в стены Сургутского центра охраны и материнства и детства. Возможно, не единожды. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал «Югра», Сургут.